Здравствуйте. Меня зовут Самарская Кристина Алексеевна. И я педагог дипломатического образования. Детский дворец юношеского творчества пришла в 2023 году и решила попробовать себя в новой общеразвивающей программе лего-конструирования. Для меня это новая направленность, так как преподавала до этого детям живопись. Несмотря на то, что программа технической направленности, хочется вовлечь детей в творческую деятельность, соединив техническое мышление с конструктивно-художественным взглядом. Это является моей целью. Такое понял? Она вращается только одна, вот это не поворачивается? Нет. По схеме так получилось? Да. Она должна вот так обрубить. Поймите? Молоточковый механизм. Смотрите, как молоточковый механизм бьется. Я же видел. Большое желание поделиться основными знаниями об основах конструирования, основных принципах механики и главная задача – применение знаний конструирования для создания модели из лего. Научить собирать, анализировать, делать выводы по готовому проекту. Мне надо найти вот эту сетку. Маскину? Мне очень нравится лего, потому что там можно строить всякие машины. И это как реальный мир, там можно строить всякие дома, машины, механизмы. Мне нравится, как педагог преподает, он все объясняет, если не получается что-то. Мне вот нравится строить разные механизмы, которые делают разный интерес. Например, вертолет, который может винт крутить. Или что-то такое на механизме. Мне нравится мой любимый педагог, потому что если у меня что-то не получается, то всегда мне поможет. Я очень рада, что педагогика нашла меня, а не педагогику. И я бы очень хотела развиваться в дальнейшем в этой сфере. Понимая важные задачи, а также высокий запрос на лего-конструирование от родителей для своих детей, это мотивирует меня и вызывает большое желание развиваться в данной направленности.